в связи с эпидемией, конечно, как бы с этого нам нужно как-то выручать страну, поднимать с этого. Ну и поэтому в аптеках масок нету. Поэтому наше предприятие, как в помощь всем, и пришлось и нам вот идти на такие жертвы, что оставить свои конкретные заказы, которые нам необходимы по госзаказам, нам пришлось шить маски. По 700, по 800 в день делаем маски. Это много, мало? Не, ну, наверное, желало бы больше, наверное, потому что если такая, это же, да. Ежедневно ведется отгрузка на такие предприятия крупные нашего города, это как РЖД, Читаэнергосбыт, РСК, Сибири и другим заказчикам. Также к нам приходят люди с улицы. Да, очень удобно. Масочка очень как бы такая уютненькая. Так, еще раз. Аталина.